Всем привет! Вы на канале Детский Патруль. И сегодня у меня очень необычный спидпейнт. Сегодня я буду рисовать две дольки мандаринки, которые быстро разбогатели. Откуда у меня появилась такая идея? А сейчас я расскажу. Я переписывалась со своим племянником и скидывала ему свои рисунки. И спрашивала идеи, чтобы мне еще такого нарисовать. Он предложил мне нарисовать мишку Тедди из игры Фан-Фан. Идея очень интересная. Я тоже хочу как-то попробовать нарисовать на днях. Потом скину. Кстати, вот выглядит его так вот референс. Но я говорю, давай еще. Он мне скидывает вот эти две дольки мандарина. Пишет. Сделай так, чтобы эти две мандаринки были супер богатыми и ехали на крутой Макларен возле большого особняка. Мне эта идея показалась очень смешной, но возможной. Я сразу начала разрабатывать концепт-арт. Скажу сразу, что это третья моя идея, потому что две другие были неудачными. Сложность для меня была – это марка автомобиля, потому что я раньше о ней ничего не слышала. И мне пришлось поискать себе так немало референсов, чтобы найти хотя бы хоть один подходящий. Потому что, оказывается, этот автомобиль в основном идет закрытым верхом. И найти автомобиль типа кабриолета было не так-то просто. То ли я плохо ищу, то ли это действительно такая редкость. В общем, я нашла себе подходящий референс, выглядит он вот так, и постаралась максимально передать формы. Ну, если у кого-то есть такой автомобиль, и он видел не сходство, прошу меня извинить, потому что автомобили я все-таки не очень хорошо рисую. В общем, я очень старалась рисовать этот автомобиль, надеюсь, вы оцените. Последним штрихом для меня остался особняк, но так как это был мой третий концепт-арт, я очень устала. Рисовать эти мандаринки, казалось бы, такой простой рисунок. И все-таки я решила сюлить. Есть за мной такой грешок, я нашла особняк в интернете и решила вставить его просто в свой эскиз. Кстати, ребята, я завела телеграм-канал, куда буду скидывать все свои рисунки в виде раскрасок и стикеров. Ссылка будет в описании. Также напишите в комментариях, понравился ли вам рисунок и, может быть, у вас есть идеи, что можно еще нарисовать.